Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про ирландского мягкошерстного пшеничного терьера. Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер отличается от других терьеров шелковистой мягкой шерстью. Первое упоминание об этой породе относится к XIX веку. В то время ирландских мягкошерстных пшеничных терьеров использовали преимущественно для охоты на грызунов, сторожевой службы и выпаса скота. Сегодня эти животные популярны в качестве домашних питомцев. Ирландские мягкошерстные пшеничные терьеры дружелюбные, умные и очень преданные собаки. Мне кажется, это одна из самых живых, самых добрых, самых общительных собак-компаньонов, которые прекрасно уживаются в большой семье. В нашей семье трое детей. Несмотря на все эти качества, она достаточно независима. Поэтому, конечно, ей нужно достаточно серьезный, наверное, какой подход, да? Воспитание, как любой другой собаки. Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер имеет тело средних размеров. Рост в холке у представителей породы, как правило, достигает 50 сантиметров, а вес в большинстве случаев составляет от 16 до 20 килограммов. Рождаются ирландские мягкошерстные пшеничные терьеры черными, но в возрасте 1,5-2 лет меняют окрас на золотисто-пшеничный. При правильном воспитании и социализации с самого детства ирландские мягкошерстные пшеничные терьеры вырастают неагрессивными, уравновешенными собаками, которые могут ужиться с другими животными. Представители породы хорошо подходят для семей с детьми. Они игривы, активны и терпеливы. Мы говорим о терьере, и здесь никуда не деться. Несмотря на то, что это такое достаточно мягкое, ласковое животное, конечно, терьеры не очень любят кошек. Но, говорят, если их с детства воспитывать вместе, наверное, все получится. У них очень сильно развит инстинкт охоты за мелкими животными, там, за крысами, за кошками. Поэтому, конечно, нужно дрессировать, чтобы они смогли себя сдерживать, да, и не идти на поводу своего инстинкта. Да. Вот у нас, кстати, дома еще маленькие попугайчики. Первые несколько недель она очень бурно реагировала на волнистых попугаев. Но сейчас, уже спустя год, достаточно спокойно относится, то есть она находится в том помещении, где они летают, и как бы не пытается их за ними охотиться. Уход за ирландским мягкошерстным пшеничным терьером несложен. Необходимо следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного, вовремя стричь когти питомцу. Также важно, чтобы питание собаки было сбалансированным. Кроме этого, безусловно, нужно уделять внимание особенной шерсти животного. Посмотрите, какая у нее шерсть. Не зря эта порода называется не просто ирландский терьер, а ирландский мягкошерстный пшеничный терьер. У них уникальная шерсть с таким оттенком спелой пшеницы. Очень мягкая и похожа на такие вот, скорее даже на волосы, да, чем на шерсть. Раз в неделю купать и расчесывать. Если совсем маленькая собака, еще щенок, чуть чаще, наверное, чесать. А вот в таком возрасте достаточно еженедельного мыть шерстью с шампунем, просушить и расчесать. Ну и лучше, конечно, раз в 2-3 месяца стричь. Потому что эта собака, конечно, ее можно не стричь, но тогда как бы уход будет более сложный, расчесывать длинные локоны не очень удобно. Средняя продолжительность жизни ирландского мягкошерстного пшеничного терьера составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!